Приветствую вас. Проблема ревности, она встречается довольно часто. Ну, то есть во многих парах ревность бывает, ревность есть, ревность происходит. От этого никуда не деться. Вот. Но, понимаете, я считаю, что с ревностью имеет смысл значит, как-то бороться, да, взаимодействовать только в том случае, если ревность не обоснована. То есть, если вы ревнуете к мужу на ровном месте, да, то можно говорить о том, что у вас есть неуверенность в себе. Можно говорить о том, что вы боитесь одиночества, что вы не чувствуете себя значимой. Вот. То есть можно все эти вещи, в принципе, ну, в данном случае назвать. Но проблема на самом деле заключается немножко в другом. Проблема заключается немножко в другом, а именно в том, что мужчина здесь как бы создает реальный прецедент. То есть прецедент такой, что вы на самом деле чувствуете себя не единственной в его жизни. Вы чувствуете себя не единственной, а значит недостаточно значимой для него. Понимаете? И вот этот момент, данный момент, он на самом деле куда более серьезный и куда более важный. Потому что ваша ревность здесь имеет реальные основы, в отличие от ревности, когда она, например, ну, параноидно, да, параноидно. И вопрос здесь не в том, как не ревновать. Потому что, по сути, ваш вопрос, вот как он есть сейчас, да, по сути, ваш вопрос, он выглядит, ну, примерно следующим образом. Как мне не обращать внимания на то, когда меня оскорбляют? Как мне не обращать внимания на то, когда меня бьют? То есть, понимаете, можно сколько угодно менять к этому отношение, можно сколько угодно как-то, значит, по-другому смотреть на эти вещи, да, можно сколько угодно говорить о... Ну, о том, что вот необходимо повышать самооценку, необходимо воспринимать это всерьез. Можно сколько угодно на самом деле об этом говорить. Но правда остается правдой по итогу, что это неприятно, то, что происходит. И это то, что происходит, никому не может быть приятно. Вообще никому, любому человеку было бы неприятно. Знаете, какой момент здесь, ну вот. И тонкость вся в том, что вы спрашиваете у нас не о том, как вам жить дальше, не о том, как вам обустраивать свою жизнь, да, не о том, значит, ну, собственно, что вам делать дальше вообще, а спрашиваете вы о том, как не ревновать, понимаете? И в общем и целом, я, конечно, могу ответить на этот вопрос, да, я уверен, что вы сами уже довольно много сделали для того, чтобы на него ответить, на этот вопрос.
вы читали форумы и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но все равно по факту получается такая история, что вы все равно обижаетесь, и это правильно. Вы обижаетесь совершенно справедливо, потому что вы с человеком живете, вы отдаете ему, как бы это сказать, всю себя, да, вы посвящаете ему всю себя, все свое время. А человек вам изменяет, человек что-то говорит вам, значит, и так далее. То есть не ценит всего этого. И вы чувствуете себя обесцененной, а зачем тогда брак-то вообще нужен? За, зачем вы терпите все вот это? Для чего вы терпите все вот это? Понимаете? Какая история? Ну вот. И это важно. И от этого нельзя просто взять и отмахнуться на самом деле. Понимаете? Невозможно от этого отмахнуться. Поэтому я полагаю, что ключевой вопрос здесь не в том, как не ревновать, а ключевой момент здесь в том, как вы в этой ситуации оказались. И, собственно, что вам делать дальше? Почему вы держитесь за человека, который от вас просто не уйдет? То есть вы говорите, что я знаю, что он не уйдет. Вот, ну, мужчина, да, мужчина не уйдет. Я знаю, что он не уйдет, говорите вы. Вот. То есть вы как бы понимаете, что он к вам привязан. Вы понимаете, что вы ему нужны, вот, и поэтому он не уходит. А как же вы? А как же ваши чувства, а как же ваша самооценка, ваша гордость, в конце концов? Понимаете, какая вещь? Все это страдает очень сильно из-за того, что мужчина вам изменяет. Кроме того, вы в своем сообщении, да, не написали о том, что, значит, вы его любите. Вот. То есть, ну, я вот сейчас смотрю, да, вот, вы не пишете, что вы его любите. То есть говорите, что он вас любит, но что вы его любите, вы не пишете. Вот. Значит, смотрите, я не боюсь его потерять, пишите вы, да и сама знаю, что не уйдет. То есть у вас все ограничивается этим, то, что он не уйдет. А как насчет эмоций, как насчет чувств, как насчет доверия? Вот. Если вопрос стоит так, что он не уйдет, то вам, по большому счету, нужно компенсировать тот ущерб, который нанес вам мужчина. То есть он вас принижает, когда изменяет вам, и вам нужно, соответственно, получать мужское внимание, вам нужно, соответственно, взаимодействовать с другими мужчинами, чувствовать себя единственной, значимой, ценной и так далее. Тогда обиды копиться не будет, и разочарования не будет, и боли не будет. Потому что вы будете чувствовать себя на коне, и будете лучше понимать, что мужчина действует так, потому что, не потому что вы такая, да, а потому что он такой. Только вы не будете этого знать, а вы будете это чувствовать. Ибо особенность женского восприятия в том, что ей нужно постоянно подтверждение того, что она ценна, значима и нужна. Самое главное, что она единственная и неповторима. А ваш мужчина вам этого не дает. И отсюда обида и разочарование.
Ну, разочарование нет, разочарование немножко все равно от другого, а, ну, по другой причине, а вот именно обида и боль именно из-за этого. Вот это ваши эмоции, ваши ощущения. Вы чувствуете себя как-то иначе. Я вот сказал, как вы себя чувствуете, но вы сами еще подумайте, как именно вы себя чувствуете и из-за чего вы так себя чувствуете сами вы, именно вы. И у вас появится возможность для того, чтобы эту ситуацию как-то исправить, скорректировать. Вот. А, значит, мужчина, вот понимаете, вы говорите, да, постоянно изменяет муж. СМС-ки, звонки иногда даже не стесняется. То есть, если не стесняется, значит не уважает, да? Не уважает, не щадит ваши чувства. А, говорит, любит, не изменяет. А там постоянно сидит на сайтах знакомств, в телефоне по 3-4 женских телефона на общение. Здесь как бы непонятно, знаете, то есть в принципе, если он только звонит и переписывается смс-ками, а также сидит на сайтах знакомств, то это не вряд ли можно назвать изменой. Но с другой стороны, если вы считаете это изменой, и мужчина вас любит, то он как бы обязан с вами считаться, потому что любовь — это стремление сделать человека счастливым. То есть вас сделать счастливой. А мужчина к этому не стремится. Возникает вопрос, а что это за любовь тогда такая? Знаете? Ну вот. И почему он тогда не уйдет? Не потому ли, что ему с вами удобно, например? Дальше, значит, его состояние неверности очень угнетает, настроение падает, сил нет. Ну, правильно, потому что вы чувствуете, что вы пустое место. А муж не изменится, я знаю, гулял, гуляет и гулять будет. Ну, то есть здесь вы смирились, понимаете, то есть вот вы здесь смирились, это, наверное, основная проблема. То есть вы знали, что он гуляет, наверное, перед браком. Да, то есть здесь нужно анализировать ваши отношения и как бы выяснять, как вы оказались вообще в этой ситуации, как вы обрекли себя на вот такое вот не единственное, не первое место в жизни мужчины. Может быть, вы считаете себя недостойны этого, что не уходите, может быть, вы боитесь чего-то, может быть, муж для вас имеет какое-то особое значение. То есть тут нужно смотреть, тут нужно разбираться более подробно. Как изменить свое отношение? Ну вот, понимаете, отношение можно изменить к тому, что не является объективным. То есть если бы муж не изменял, я уже об этом говорил, изменить отношение можно было. А поскольку он это делает, поскольку есть реальный прецедент и есть соответствующая реакция ваша, причем нормально, вопрос ставится не так, а вопрос ставится не как изменить свое отношение, а зачем менять свое отношение, зачем привыкать к плохому, зачем терпеть такое отношение к себе, понимаете? Вот такой вопрос возникает более, на мой взгляд, правильный. Вот, ну, читал много форумов, молилась, зачем читали форумы, интересно. Молилась, то есть перекладывали ответственность за свою жизнь на кого-то другого, да, терпела, значит, ну, понимаете, это не есть счастье, это не есть жизнь, когда человек терпит, делая вид, что не обращая внимания, но это, по сути, игнорировано, да, игнорировано. Но все равно внутри копится обида, разочарование и боль. Так, про обиду я сказал, про боль сказал, а вот разочарование, это, на мой взгляд, довольно любопытный момент. Разочарование – это, соответственно, не сбывшиеся ожидания, да? Я так полагаю. Вот. Давайте подумаем с вами. Вот вы сказали, что мужчина, он гулял, да,
гуляет и гулять будет. Так вы сказали. Чего вы ожидали тогда от человека, который, в общем-то, изначально, как я понял, гулял? Нет, я могу предположить, что я понял неверно вас. Я могу предположить, что я понял неправильно вас. Я могу предположить это. Но давайте пока будем исходить из того, что вот я увидел, да? Увидел я то, что вы знали, что мужчина гулял. И согласились с ним, соответственно, быть в отношениях. Вот. И мой вопрос к вам заключается именно в том, чтобы вы определили для себя, так, а на чем ожидания-то ваши базировались в таком случае, если он гулял изначально? Вы ожидали, что он поменяется, но он, понимаете, может быть и поменялся бы, если бы вы вели себя по-другому, если бы вы вели себя несколько иначе, понимаете? Если бы вы вели себя как-то по-другому, если бы вы не терпели, да, если бы вы сами приняли решение о том, что такая жизнь не для вас, мужчина, может быть, в этом случае был бы простимулирован на то, чтобы меняться, чтобы что-то делать, понимаете? Вот это так. А в данном случае, вы ему даже никакого стимула для перемен не даете, потому что зачем ему это делать, если у него уже и так все есть. У него есть вы, у него есть семья, ну, какая-никакая, да, то есть, вот, если можно назвать семьей, то, когда вам изменяют, да, ну, вот, ну, все это есть. Зачем ему меня? Для чего, понимаете, вот. То есть, у вас разочарование, вот именно разочарование, может быть, только на себя. А разочарование продиктовано, соответственно, уже не совсем истинными, не совсем объективными представлениями о мире. Ну, об окружающем мире, скажем так. Ну, вот. И здесь возникает вопрос у меня, опять-таки. А на какие представления вы опирались, да, когда рассчитывали, что мужчина будет вести себя по-другому? На какие представления вы опирались свои, когда думали, что человек будет вести себя иначе? Знаете, какая история? То есть вот в этом тонкости разочарование — это очень неприятное, очень сильное чувство. Оно негативное, ярко негативное, я понимаю. Но у него есть причины у разочарования. И я хочу, чтобы вы эти причины постарались отыскать. Понимаете? Потому что разочарование не возникает просто так, и очень важно, на кого вы возлагаете ответственность за свое разочарование. Понимаете? Если, грубо говоря, на мужчину вы возлагаете ответственность за это, да, на мужчину, вот, то, ну, это, знаете, ну, это как бы момент. Потому что, а может ли мужчина вам дать, например, то, чего вы вообще
хотите? Может ли мужчина предоставить вам то, чего вы хотите? Может ли мужчина вам это дать? То есть имело ли смысл от него это ожидать, понимаете? Если он, например, раньше был другим, а потом поменялся, то опять же возникает вопрос, а вы терпите это все зачем? То есть, ну, мужчина не оправдал, не является тем, кого вы хотели, да? Ну, это бывает. Люди, бывает, как бы представляются нам совсем, ну, с другой стороны, вот. Ну, если вы поняли, что это не, что этот человек не тот, зачем вы с ним? Для чего вы с ним? Знаете, какой момент? Что вас удерживает с ним? А так, менять отношения, это скорее вот здесь когнитивный аспект, да, то есть стараться понять, почему мужчина так сделал, сместить акцент с себя на него, это с одной стороны. И с другой стороны, понять, что для вас значит его поведение, то есть именно для вас, что это значит. Вот вы видите измену, да, вы видите, что человек вам изменяет. А для вас это означает что? Конкретно. То есть это значит для вас, ну, я не знаю, что вы плохая, что вы не нужны и так далее. А откуда вот такие мысли? А кто у вас в вашем сознании как бы говорит их? Кто говорит, кто их автор? Знаете? А если бы этот кто-то любил бы вас, как бы он сказал это, ну вот эту мысль, как бы он выразил? Знаете? Это важно. На самом деле это очень важно. Этот момент, он вот прям очень важен. Именно для вас, чтобы вы сами увидели, по поводу чего вы переживаете. И здесь, конечно, личные границы. Как бы это ни звучало, но личные границы очень важны. То есть, где я, где моя ответственность за жизнь, и где ответственность другого человека за жизнь. Где моя польза и мой вред, и где польза другого и вред другому человеку. И, соответственно, где кончается моя ответственность, где начинается ответственность другого человека, да, что от меня зависит и что от меня не зависит. Вот подобные моменты также очень важно для себя распределить. И в этом же контексте, да, то есть, ну, вот в контексте этого же, можно сказать так, если кто-то что-то делает, да, кто-то что-то делает и делает это негативно, то есть для меня это делается негативно, как я на это реагирую? Если я реагирую негативно, то есть у меня боль и разочарование, какие за этим стоят желания, ну, мои желания, какие за этим стоят? Чего я хочу? Я считаю, что то, чего я хочу, должен мне дать вот другой человек. Что я могу сделать для того, чтобы реализовать свои желания? Что я могу сделать для того, чтобы добиться того, чего я хочу? Знаете? Вот так нужно ставить вопрос. Предположим, у вас безвыходная ситуация в некоторой степени,
И безвыходная ситуация, она потому и в том, что вы, например, ну, например, у вас нет возможности, допустим, от своего мужа уйти, да, ну, бывает такая история, что вот, ну, нет возможности сейчас уйти, но, то есть нет возможности развестись, вот. Точнее, даже не так, а если человек не ценит вас, не уважает вас, то развестись с ним вы как раз таки можете, это ваше полное право. Ну, зачем находиться в семейных отношениях с тем, кто, по сути, не находится в семейных отношениях. Или отношения это по факту фикция. Зачем? Эти обязательства, да, это вы же отдаете часть свободы для того, чтобы ну, чтобы быть в семье. А человек-то получается свою-то свободу не отдает. То есть вы в семейные отношения как бы вступили, да, вы свою часть выполняете, а мужчина говорит, нет, я не буду выполнять, я как бы, я не хочу, моя свобода, она мне дороже, я не собираюсь ничего менять, вот, понимаете? И все, по факту, и все. И в этом случае возникает неравноправие. В этом случае возникает неравноправие и именно по отношению к вам неравноправие возникает. И вот что вам делать с этим неравноправием, да, с этим дисбалансом? Что делать вам? Вот это как раз важный вопрос, на мой взгляд. Но от того, как вы его решите, то есть вы, например, от мужа не будете уходить, но вы там, например, разведетесь с ним и будете с другими мужчинами общаться с целью построить все-таки полноценные, адекватные отношения. Или вы уйдете от него и выберете какой-то еще другой путь. Но только так можно не ревновать. Только приняв какие-то действия и изменив свое поведение. А молиться о том, чтобы, не знаю, мужчина перестал изменять, ну это в высшей степени, знаете, наивно, я бы сказал. То есть, чтобы мужчина перестал изменять, реально, чтобы он перестал изменять, нужно все-таки чтобы у него был стимул. Мужчины — это существа, которые без стимула делать ничего не будут. Вот. К сожалению. И, ну, как бы это вот ни звучало, неприятно. А когда вы молитесь, читаете форумы и прочее, да, вы же, по сути дела, никак человека ни к чему не стимулируете. Вот. И значит, он не изменится, значит, он останется вот таким, каким он, ну, собственно, был, понимаете? Вот. И смысл тогда вам делать вот все, что вы делаете. Понимаете? Если вы считаете себя достойным страдания, это другой вопрос. Другой вопрос. С этим уже можно будет что-то сделать, если вы считаете себя, ну, достойной страданий. А в остальном случае,
Только так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Предлагаю вам все-таки, знаете, вот определиться с тем, чего же вы хотите в этой ситуации. Потому что как не ревновать, этот вопрос можно трактовать по-разному. То есть как сделать так, чтобы муж не изменял, это одно. И как мне перестать страдать от того, что изменяет муж. Это другое. И что я готов сделать для того, чтобы, например, мне не изменял муж, или, например, для того, чтобы я не страдал от его измен. Вот что я готов сделать, как далеко я готов зайти, насколько. И чем я буду руководствоваться при своем, вот при реализации своего поведения. Какие у меня будут мотивы это сделать. Подумайте. Подумайте об этом. Я полагаю, это важный момент. И уже если определитесь, когда определитесь, можно будет там уже вот, вам помочь на этом пути, если, если вы сами готовы будете по нему пойти. Потому что вот, этот, вот эта ваша фраза, что я не боюсь его потерять и знаю, что он не уйдет, она у меня вызвала ощущение, что вы очень не уверены вообще в том, что хотите. Вы еще не решились, что вы будете делать дальше, а решить нужно. То есть проблема не исчезнет, пока вы сами для себя, именно для себя, только для себя, не решите, что я буду делать дальше с этим. Буду ли я зависеть от этого человека и делать так, чтобы мое настроение, мои силы, мое счастье зависело от того, кто меня не ценит. И кто, по сути дела, обманывает, говоря, что любит, но действиями показывает, что не любит. Или я буду делать, или я сама буду устраивать свое счастье. С ним или без него. Понимаете? Вот пока такое решение принято не будет, проблема не исчезнет. А если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А желаю вам всего самого доброго и удачи.